Маска, очень рад находиться сегодня у вас в гостях. В стране, когда нету хозяина, и происходит, к сожалению, все, что угодно. Я предложу на первых же заседаниях парламента перевести железнодорожников в категорию бюджетников с выплатой зарплаты из госбюджета. Предстоит огромная работа, и 11 июля голос каждого из вас будет важен не только для развития вашего города и района, а для развития всей страны. Спасибо.